Здравствуйте, меня зовут Валерий Евдокимов. Я директор филиала компании «Корус Техникс» в городе Петрозаводске. Наша компания работает с 1997 года. Начинали мы с направления средств малой механизации. И работа наша начиналась с дорожными компаниями. До сих пор мы так и продолжаем работать с дорожными компаниями. Мы уже на рынке 21 год. Мы компания мультибрендовая, и, соответственно, у нас несколько направлений. Занимаемся мы поставкой оборудования инновационного, предоставление сервисного это оборудование и поставка запчастей. Несколько направлений у нас. Это направление дорожно-строительное, бетонное направление, дробильно-сортировочное направление. В этом году из поднаправлений появилась также поставка индустриальных и грузовых шин. И на выставке «Корейский камень» мы демонстрируем наше направление. Одно из главных – это дробильно-сортировочное. Это направление представлено компанией «Мэтса». То есть мы на территорию России продаем и поставляем оборудование «Мэтса» всех стадий дробления, от первой стадии ко второй, это второй, третий, от первичной и вторичной сепарации продукта. Компания «Мэтса» очень столь известна в мире и занимает лидирующие позиции, как компания, которая производит в жизнь качественные заводы. Вот. И, соответственно, в Карелии самой и Мурманской области оборудование «Мэтса» на протяжении многих лет заслужило уважение, доверие заказчика. И, соответственно, оборудование «Мэтса» на нашей территории не так мало. Работ хватает. Компания «Корус Техникс» представлена 13 филиалами по России, в том числе и в СНГ. Если мы вас заинтересовали, то на нашем сайте www.korus.ru вы найдете все контакты о наших филиалах, и в том числе и как филиал у нас два крупных, это Москва и в Санкт-Петербурге. Мой филиал находится в городе Петрозаводске, о нем контакты также есть на нашем официальном сайте «Корус Техникс».